К другим темам. В Павлодарской области затягивается строительство сельского физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект должны были построить за 10 месяцев, но подрядчик рискует затянуть некоторые виды работ на третий год. Депутаты рекомендовали прокурорам проверить компанию на наличие собственной техники и персонала. Майя Шуакбаева вместе с ними проинспектировала стройку. Физкультурно-оздоровительный комплекс селе Кимингер с нетерпением ждут около 1000 школьников и студентов местного колледжа. Но подрядчик выполнил только половину работ. Объект по программе «Аул ЕЛБСГ» должны были построить за 10 месяцев. Сейчас не исключено, что часть работы останется на следующий, фактически, третий год. На строительство выделили 608 миллионов тенге, а официально здесь трудится 4 человека. Один начальник участка, прораб и трое разнорабочих. Тогда как на таком крупном объекте должны работать 30-40 собственных рабочих? Кроме того, большинство работ генеральный подрядчик передал субподрядчикам. Дважды тендер на строительство ФОКа не состоялся, поэтому договор с подрядной организацией заключили напрямую из одного источника. Через 3 месяца предприниматель подал заявку на корректировку бюджета. Причина – за почти 2 года смета устарела, а стройматериалы выросли в цене. При этом компания уже получила более половины от всей суммы – 382 миллиона тенге. Они в октябре месяце скорректированный проект нам предоставили. В этой связи только в этом году, в апреле месяце, дополнительные средства из областного бюджета нам выделили на удержание этого проекта. Мы не будем перечислять. Мы сейчас только заключим после согласования с Минфином дополнительный договор и перечисление каких-либо только по фактическим актам выполненных работ. После корректировки бюджета акимат, расторгнувший договор с подрядчиком, заключил его снова. Но с февраля работы на объекте идут с трудом. Мы по площадке видим, что пока не поставлены даже сэндвич-панели. Соответственно, ждет генеральный подрядчик дополнительного финансирования. Своих собственных средств у него нет. Рассчитывал ли он на корректировку тарифной сметы? Или он рассчитывает на ту сумму, которая была изначально в договоре? Фирма, выигравшая конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, 2 недели назад заключила контракт с субподрядной организацией на поставку и установку здесь сэндвич-панели. Субподрядная организация, в свою очередь, обещает, что до конца месяца закроет полностью спортивный зал площадью 800 квадратных метров сэндвич-панелями. И уже к 1 июля объект будет полностью готов под ключ. Мы выполнили 56% работ. Сейчас у нас есть трудности со средствами. Приходят стройматериалы, за которые надо платить. По договору акимат должен выплатить нам в этом году 30% аванс. Мы просим, но пока только обещают и требуют от нас выполнения договора. Так или иначе, подрядчик обещает к августу выполнить практически все работы. Постелить футбольное поле, асфальт, достроить спортзал. А благоустройство, к примеру, посадку почти 100 деревьев могут оставить на следующий год. По обращению депутатов прокуратура района сейчас проверяет объект. Майя Шуакбаева, Скат Амамбеков, Павлодарская область, Первый канал Евразия.